Всем привет! Меня зовут Наталья Колот. Я руководитель и основатель школы танца на пилоне Pole Dance Diva. Хотелось бы немножко рассказать о Pole Dance. Что это такое, да? Это прежде всего танец, акробатика, фитнес, спорт на пилоне, на шесте. В данный момент, на сегодняшнее время, Pole Dance очень-очень интенсивно развивается. Он, скажем так, уже массово распространился на все города Украины, и это очень круто. Все агитируют заниматься полдэнсом. Сегодня я хотела бы вам рассказать, показать, объяснить силовой выход в стойку в спичах. На данный момент этот элемент является очень интересным, и он считается одним из самых сложных элементов, тем более для женщин. В первую очередь, чтобы вы понимали, чтобы сделать спичах, нужно иметь очень сильные плечи. То есть, по сути, стойка идет за счет подъема плеч. То есть, в первую очередь, чтобы научиться делать спичах на пилоне, вам необходимо научиться его делать возле пилона. Для стойки на полу нам необходимо выбрать руку, на которую вы будете делать спичах. Обязательно пробовать на обе руки, всем рекомендую, иначе будет дисбаланс, да, то есть одно плечо будет сильно накачано, а одно нет. Поэтому старайтесь обязательно делать все на обе стороны. Но в любом случае будет любимая сторона, на которую будет делать легче. Выбираем руку, на которую мы будем делать, да, в данном случае я покажу на правую сторону. Правая ручка у нас идет наверх, выворотно. Левая идет рядышком с пилоном. Обратите внимание на то, что нижняя ручка стоит четко на всей ладошке. Пальчики немножечко в растопырочку, чтобы вы могли ловить баланс. Дальше, отсюда. Для того, чтобы научиться хотя бы немножко чувствовать, что вы тянете плечами свой корпус наверх, да, можно сделать вот такое упражнение. Переносить вес тела вперед, подниматься на носочки, ручки у нас не согнуты. И пробовать просто оторвать ножки от пола и удержать максимально долго себя в этом положении. То есть можно потихонечку хотя бы... То есть ошибка у многих какая, да? Все пытаются замах закинуть, да? То есть это неправильно. Силовой выход, силовой выход. То есть мы выставляем ручку, переносим вес тела максимально вперед. Поднимаемся на носочки. Ножки можно поставить как можно ближе. Чем ближе, тем легче. И отсюда стараемся аккуратненько их удержать. Если у вас получится это все сделать, да, можно дальше пробовать поднимать ножки уже наверх. То есть, опять-таки, перенесли вес тела, подняли ножки и аккуратненько поднимаем их наверх. Угу. И точно так же через складку мы опускаем их вниз. Еще есть очень большая ошибка, которая, ну, скажем так, мешает многим сделать спичах. Это прогиб поясницы. То есть, когда вы заныриваете, пытаетесь поднять ноги, обязательно старайтесь округлять спинку. Это обязательно. Иначе, если прогнется поясница, вы просто не сможете выйти в стойку. Когда вы натренируетесь медленно поднимать ножки, то есть спичах – это силовой выход. Нет, не с толчка. С толчка вы просто не натренируете те мышцы, которые вас поднимают наверх. Если у вас получилось все-таки сделать на обе стороны эту стоечку, да, можно потихонечку переходить к пилону. То есть мы становимся снизу. Опять-таки, правая ручка у нас идет выворотно пальчиками наверх. Левая рука будет уже не на полу, а на пилоне. Плечи, это самое важное, смотрят вниз, параллельно полу. Правое плечо немножечко выходит у нас за пилон. Дальше, голова смотрит вперед, то есть не смотрите наверх. Голова всегда смотрит вниз, либо на нижнюю ручку, либо просто на пол. И мы делаем то же самое, то есть стараемся очень близко к пилону, через складочку аккуратненько поднять ножки. Если все это уже вам легко будет делать, далее можно пробовать через какой-нибудь другой заход, да, то есть залезть повыше, сесть и попробовать уже, поставив ручки, выйти аккуратненько через красивый элемент. Чем хорош pole dance? Во-первых, он очень помогает фигуре. Можно очень хорошо высушиться, можно проработать все группы мышц во всем теле.
Очень большое заблуждение у всех, то, что надо пойти в тренажерный зал, взять веса и накачать себе мышцы. Есть одно но. Pole dance, здесь мы работаем со своим весом. То есть это не вес в тренажерном зале, там, 10-15 килограмм, или становую, когда вы делаете, там, 20 хотя бы, да, вы поднимаете просто свой вес. Поэтому мой совет всегда, в любых упражнениях, даже вот самое легкое, самое простое, это рогатка, разножка, Виктория, как ее называют, старайтесь всегда поднимать ноги на силе, то есть не с замаха. Вот обычно все девчонки ленятся, скажем так, да, и стараются вот сделать какой-то мах и выкинуть корпус наверх. Я всегда советую всем делать все на силе. Вы быстрее натренируете силу, вы быстрее натренируете руки, и вы привыкнете к своему весу. И в дальнейшем, когда вы будете делать хорошие трюки на пилоне, вам будет не так тяжело это все сделать, да? То есть в любом случае, всегда, что бы вы ни делали, старайтесь всегда чувствовать, что вы хорошо держите себя на руках. И очень медленно выводите корпус. И точно так же опускаться. Как можно медленнее. Если все это будет красиво, на статике медленно, соответственно, все будет выглядеть очень легко и эффектно.